Региональный этап открытого чемпионата по футболу состоялся в минувшие выходные в городе Лермонтов. В соревнованиях среди футболистов 2010 и 2011 годов рождения принимали участие 8 команд, которые были разбиты на две группы по 4 команды. Ингушетию представила команда Ангушт Гамурзиева. В упорной борьбе воспитанники Дауда Мархиева принесли своей команде второе призовое место. Все игры выиграли, с первого места вышли. В полуфинале сыграли со Спартаком, Нальчик тоже. Игра сложилась в нашу пользу. Прошли финальный матч. Вроде все шло неплохо в начале. А что не хватило? Мы уже на последней минуте, даже можно сказать, на последней секунде допустили неловкую ошибку и дали соперникам сравнять счет. И матч закончился ничейным. Дауд Мархиев старательно передает свой опыт подопечным. Тренер считает, что такие выездные встречи между командами очень нужны. Только так дети получают соревновательный опыт. Такие соревнования дают детям, во-первых, опыт, уверенность в себе. С каждым выездом дети чувствуют себя все увереннее. Это уже даже заметно, видно. На этот турнир мы поехали благодаря депутату Народного собрания Республики Мечети Алисханову Магомеду. Мы очень благодарны за оказанную ему помощь. Футбол – серьезный и ответственный шаг для этих детишек. 11-летний Саид Ахмед Шаджоев в футболе уже 3 года. Юный футболист удостоен индивидуального приза как лучший игрок турнира. Лучший игрок турнира! Шаджоев Саид Ахмед! Ходи клейзер, первый матч 2-0, но не к бабанте, холдер, тон, куг, забиться, да. А дальше мы до игра, мы лежит с тон. В полуфинале, игры каляха, игра дорога, но в финале везение, холдер, тон, удача, скостка, по пенальти и шертон. На прошедшем недавно Всероссийском фестивале в Анапе наши юные футболисты заняли 4-е место. Впереди у ребят еще не одна игра. А по итогам этих соревнований команда Ангушт Гамурзиева получила путевку в финальный этап чемпионата, который пройдет в сентябре в Новороссийске. Магомед Девлоев, Илья Сплиев, Наиб Сычоев, Вести, Ингушетия.